Ну, этот Тарас я точно пройду. Я должен пройти, это точно. Че игру полетел? Да. Искусственный интеллект там явно отделили. А у меня нет нифига. Вот как? Хоть вилку бы дали, что ли? Ладно, хоть пулемет еще есть. Запас стакады. Где-то там посередине спаунятся аж 2-3 аптечки. Надо бы получиться с помощью. Уже лучше. Надо бы подлечиться. Черт. Все ж мы люди, а? Не убивайте меня, пожалуйста. А пофиг. На экономию. Раз. Братишка, я тебе ракетку принес. Покушай. Так. Круг. Да, уж я называю свой. Но нет, это Twisted Metal. Здесь настоящее безумие. Аптечка. Где шифы? Аптечка. Моя прелесть. Эх, ну хоть одну бы аптечку, а? Только собирайте их. Раз. Собирать их, подлечиться. Потом набрать ракеты, блин, всем. Раз.
Все. Нет, ведь. Не надо, ну все же мы люди. Зачем ты мне стукнул? Вот зачем? Понимаешь, что типа теперь отомщу? Понимаешь, что раньше я тебя хотел просто убить, чтобы пройти уровень. А теперь я буду тебе мстить. Ой-ой-ой-ой. Это банк? Банк атомов? Или атом не банк? Так вот ты где? Из восточка еще кого слышать не знаю, кто. Я тебя сейчас там ищу. Так, звездочка, собака, решетка. О, а вот он уже добиток. Уже добиток. Это не видится, что он там мне не отомстит. Ну хоть что-то. Так, да, еще. Черт, а? Удрал все. Есть, готов. И это я не о себе, а о Бримстоуне. Впрочем, я опять же собираюсь отомстить тому, кто это сделал. Этого я уже не в обиде. Почти. Почти. Ну, продолжаю ему мстить, ну, из пулемета. Вот так вот раз. А, тайку. Интересная рука. Не понял. Опустила и исчезла. Понимаете, она просто взяла так и исчезла. Вот как так можно? Как так можно? Вы взяли так и исчезла. Эх, все какие-то колесики. Вилаза. Черт, нужно собирать патроны. Дальнобойщиков. О, смотрите, этот человек из Жигмен из Half-Life. И разве он такой всемогущий? Я его просто сбил.
знаешь, что я первый человек на Земле, который задавил Гмена машиной? Не в Гаррис моде. О, еще раз. Раз-раз ракеты, потом и бочку покатил. Так, братишка, я тебе ракеты принес. Ну и кулька тоже сойдет, братишка. Ну куда же ты? Ага, не брат, ты мне скотина жирная. Так люблю. Чё? Зачем тебе камни? Чё? Нужны аптечки, 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 аптечки. Аптечки. Так, дальше. Так уже лучше. Ну и колесико не останется. Так, раз, 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 раз. Нет, только один раз было. Ну, у них долго так стрелялись. Спасение на крыше. Раз, 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 раз. Раз, раз. Фэш гейм. Нет, еще не финиш. А вот теперь финиш. Все, он будет действительно фаталити. Черт, а. И без всего остался. Наблюдай косточкой, и все, конец. Это никаким монтажом не исправить. Все, это конец. Аптечки, аптечки, аптечки. Черт, а? Нужны аптечки. Где бы их взять-то? Стакана-то не работает. Вот смотрите. Вот нифига. Просто нифига.
я сваливаю. Я сваливаю. Я сваливаю. Во имя графона. Ну давайте, я там сладкий хлебушек, если выдадите мне аптечку. Очень сладкий хлебушек. Как сказать, sweet part of myself. Черт, я работаю. Как тут? Сейчас я весточки не выдержу. Заряд так не появился. И те же аптечки. Вот что важно. А не ракета в борт. Может, еще раз здесь поищу. Какой-то, блин, зеленый сайгоник.
Нет. Вот это. Да черт, а? Не понял, что за фигня? Они увидели, как я хреново играю, и покончили жизнь самоубийством. Ну, в любом случае, это победа. Вы согласны? Наслаждайтесь видеороликом про нашего супербосса, который будет в следующем выпуске. Итак, представляю вам Миньон!